вами знаем, что мы являемся дотационной территорией, бюджет наш дотационный. И, ну, при этом, что характерно и положительно, что в 2024 году планируется доходную часть бюджета увеличить на 6%, 33 миллиона. Это говорит о том, что администрация города планирует свою работу по увеличению доходной части. И те мероприятия, которые мы, если успешно реализуем, то сможем как раз-таки вот доходную часть, собственную доходную часть пополнять. Кроме этого, на комиссии второго чтения мы очень так внимательно отработали не вошедшие мероприятия, так называемые приоритеты на 2024 год. Эти приоритеты у вас имеются в раздаточном материале, выглядят вот таким образом. В них учтены наши с вами предложения. Я просмотрела и увидела, что действительно они учтены. Ну, остановка по Ульяны Громовой, я думаю, что она в разделе всех остановочных павильонов, значит, там общей строкой стоит. Ну, вот как-то колонку Почапаева, она, видимо, вошла в мероприятие ЛВХ. Остальные все предложения, которые были и по лидеру, и по детской школе искусств, они в приоритеты вошли следующего года. Также становится для нас уже привычным и понятным, и это хорошо, что наш бюджет, это, который мы сегодня будем утверждать, не окончательный в той части, что с вышестоящих бюджетов ежегодно мы получаем достаточно приличные суммы. На заседании комиссии мы с вами говорили о том, что уже 100 миллионов планируется на ремонт дорог, и уже эти деньги город точно получает. Кроме этого, планируется получение денежных средств в рамках благоустройства улиц. Продолжение, то, что у нас было по Карла Маркса, теперь вот дальше следующий этап реализации этого проекта. Там тоже денежные средства планируются. Положительным считаю, что в бюджете 2024 года учтены все основные обязательства. Заработная плата, коммунальная, организация питания. Ну, то есть все то, что обеспечение жизнедеятельности города. Все это учтено. И кроме того, что оно учтено, еще и заложено уже в бюджете города индексация таких расходов, опять-таки, как повышение заработной платы бюджетникам, повышение МРОТ, индексация по питанию, организации питания в детских учреждениях, также индексация по уборке общественных пространств, обслуживанию, включению новых общественных пространств. То есть все это в бюджете 2024 года учтено, и денежные средства на это в городе есть.